Ребяточки, сегодня 17 апреля, пятница. Слышно гул? Пчелы на груше. Это старая груша. Она здесь растет очень давно, до 91 года она посажена, потому что я в 91 году сюда приехал, она уже была. Еще, правда, небольшой ветерок, но скоро он поднимется, так что сдувать с ног будет. Слышно, какое пение птиц кругом, щеглы, голуби, скворцы, чего только нет. И пчелки работают, красавицы наши. Кто-то скажет, ну снимаешь ты всякое непонятное, ребяточка, а я это люблю. И пусть для истории остаются эти ролики. Когда-то мы их посмотрим. Ну, если не мы, так тут другие. Одуванчика в море. Везде, куда ни глянь, одуванчики и одуванчики. Смородина уже отцветает. Тюльпанчики везде, куда ни глянешь. Здесь когда-то люди жили, сажали тюльпанчики, наверное. Так они и остались. Вишня, дычка тоже цветет. И пчелка, естественно, ищет нектарик. Ну, она, вишня уже отцветает, конечно. Но все равно пчелки посещают ее. Сирень скоро зацветет. Лох серебристый. Тоже уже листочки выпускал. Скоро будут цветочки. Ну, это типа маслины наши. Называется лох серебристый. Или узколистный. В общем, хорошая штучка. Ну, одуванчики мне радуют, конечно. Ну, пчелы особо их и не посещает, потому что куча всего есть, кроме одуванчиков. Розы тоже уже листочки. Ну, мороз, вот он несколько дней назад был, немножко их попортил. Крыжовник продолжает цвести, и пчелки его посещают довольно хорошо, будь честно. Сейчас где-то около 10 утра, около 20 градусов температура, тепла, конечно. А сейчас мы приближаемся к пасеке, ребята. Вот мы и пришли. Да я решил поснимать ролик, сынулю жду, сейчас выйдет. Да будем продолжать строить апидомик. И думаю, как раз заодно сниму красоту, потому что так мне нравится вот это, ребята, все. Любуйтесь, ребята, кто с севера. Саша Земляков, смотри. Сережа Сусеков, Толя Белов, Павел Палыч. Из страны вечно зеленых помидор. Ой, красота, ребяточки, красота. Среди бегущих. Как поняли уже, я поставил 3 корпуса. Ну, я уже говорил об этом. На всех своих рогатых улях. Так что будем надеяться. Ну все, ребяточки, с нуля вышел. Все, заканчиваем. Пока.